Всем привет, вы на канале Гараж 28. Друзья завезли вот такой подгон. Старый, советский, фильмоскоп детский, со встроенным экраном. Охренеть, у меня в детстве когда-то такая фигня была. Ну и само собой за кадром я уже все раздербанил. Есть одна проблемка. Нету, блин, лампы. Лампа в комплекте стояла вот такая. Она особо туда и не подходит, и она была вывалившаяся. И сейчас вот я тут подключил мультиметр и снимаю с трансформатора напряжение. Короче, показывает 14. То есть сюда надо устанавливать 12-вольтовую лампу. Обычные автомобильные лампы не подходят. У них, по-моему, 15 цоколь. А вот такая лампа 12-вольтовая. Теперь, во-первых, у меня такой нету. Во-вторых, быстрее всего, такой даже в магазинах не найти. В-третьих, сейчас суббота, 8 вечера. И все магазины радиотехнические и другие электрические, само собой, закрыты. А эта лампа быстрее всего на 220 вольт. Потому что она прозванивается. У нее где-то около 200 Ом сопротивления. Или 100 с чем-то. Но она не работает от 12 вольт. Зато работает вот эта автомобильная лампа. И у меня есть сумасшедшая идея. Лампу на 220 разломать и припаять сюда лампу на 12. Посмотрим, что получится. Ну так, чисто, чтобы вы понимали, о чем разговор. Это у нас 15-миллиметровый патрон. А это, раз Е14 лампы называются, само собой 14 патрон. Даже 13,5. 13. Само собой, я не могу вот эту лампу засунуть в патрон для этой лампы. Поэтому за кадром запаяю лампу. Подсуну сюда, я уже проверял с трансформатора, просто щупы из мультиметра просто достал и ими же подал напряжение на лампу. Она довольно неплохо горит, то есть трансформатор не особо слабенький. Линзы все в пыли, зеркалка тоже. Я так полагаю, у Никитки он валялся в гараже, ну, с тех самых времен, наверное, лет 30 провалялся. Он там наводит порядок и нашел этот фильмоскоп, решил мне задарить. А так как Никита, друг, который завез этот фильмоскоп, следит за гаражной жизнью, он в курсе, что у нас теперь есть свой ретро-клуб, и мы там собираем разные предметы былой эпохи. Вот еще от него подгон. Бобинник. Ну, это как-нибудь в следующий раз. Итак, за кадром все ремонтирую. Пробую переделывать лампу. Посмотрим, что получится. Итак, фильмоскоп полностью готов. Насчет лампы все переделано. Юбку взял от старой лампы. Припаял туда новую лампу на 12 вольт. Немножко пришлось выставить положение лампы, но все равно вот здесь затемнения по бокам идут. Линзы все протерты. Экран тоже протерт. Но с той стороны экрана не стал протирать. Боюсь, что напыление, которое там, оно стерется. Само собой, есть ленты диафильмов. Здесь их несколько штук. Коробка родная такая вот вся в плесени. И я его уже переделал на 12 вольт. То есть он работает от 220 вольт. Но сейчас трансформатор отпаян. И оставлена лампа на 12 вольт. Сделан разъемчик и подключена на 12 вольт. Здесь вот такую незаметную колодочку поставил. Ну как незаметную, снизу-то ее видно, а так сзади не особо видно. А так как здесь переменка используется, то есть плюс-минус вообще не играет никакой роли. Такой вот шикарный фильмоскоп, возможно, завтра на пробеге его уже засветим на стоянке ретро-автомобилей, к кому-нибудь поставим на капот и подключим просто к аккумулятору. И он будет вот так показывать. Тут как раз какая-то военная тематика, старая ретро. Внизу есть регулятор, который фокус регулирует. Резкость настраивает. Можно так на текст направиться и выставить, чтобы был читаемый. Снизу вылезает сама лента. Сверху рулон раскатывается, снизу опять собирается. Само собой, не обошлось без следа времени. Ролики прокручиваются, по идее их надо или прочищать, или наращивать. Само собой, ленту очень трудно вставить. Само собой, темный экран, но опять же, наверное, в темноте надо смотреть. Так, организовал темноту, и да, в принципе, очень даже неплохо. Рука вот сама такая, типа ТикТок листать. Испорченное поколение, блин. Кажется, вот, это же экран, сенсорный, наверное, да? Надо вот так вот делать. Наверное, школота так и будет делать. А привычка реально ведь уже появилась такая, выработалась. Смахнуть вправо-влево. У вас никогда не бывает такое, когда берешь старый фотоальбом, который с распечатанными фотографиями, начинаешь вот так вот зум увеличивать. У меня было такое пару раз. О, война, солдаты, раненые бойцы, пушки, окопы, каски, пулемет «Максим» или что-то подобное, подбитый танк, 34-ка, строй, доклад, смотр, конная дивизия. Ну вот, пожалуйста, кручу, а он не крутится, блин. Красное знамя, наступление,
Не вижу точно, но, по-моему, типа гранаты что-то. Нет, нет гранаты. Просто вперед, ура, пушки, переправа, мост, подрыв моста, мирное село. Опять мост взорвали. Плачущие дети, вернувшийся солдат, одинокая жена, да. Ну и мальчик, который был в процессе всего диафильма, уже повзрослел и стал настоящим воином. Классическая история. Кому понравился старый фильмоскоп детский, такой вот ламповый, реально теплый ламповый, он даже греется ведь. Кому видео было полезно, возможно, или просто надавило на ностальгические чувства, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Не, реально, я его успел к завтрашнему ретро-пробегу сделать на 12 вольт. Зашибись. И вот тут еще один аппарат лежит. Надо бы заняться сейчас им. А там еще два магнитофона. А там еще один бобинник. Там еще телевизор. И еще сзади Вега 300, которую я уже целый год пытаюсь переделать. Никогда. Ну, когда-нибудь-то дойдут руки все-таки. Thank you.